Всем привет! В прошлый раз мы делали голову гонщика, а сегодня сделаем все остальное. Нам понадобится 2 шарика для жилетки, 1 персиковый для лап, плюс еще 1,5 кофейных, 160 для ошейника, кусочек айвори для значка и кусочек с узелком для привязывания головы. Начинаем с лап. Сантиметров. Одного шарика хватит на все 4 лапы. Петля на 6 сантиметров. Пинч. Пузырь на 6 сантиметров. Снова такая же петля и пинч. Уводим остаток между петлей и пузырем. Вот так держим вместе с пинчем и поворачиваем. Тем самым мы зафиксировали остаток. И можно отрезать, не завязывая. И делаем вторую такую же пару. Также фиксируем остаток. И спускаем. Берем половинку, которая осталась от головы, и делаем передние лапы. Хватит 30 сантиметров. Микропузырек на пальчик. Скручиваем его в пинчик и помещаем вот сюда. Оборачиваем. Пузырь на 14 сантиметров. Второй такой же. Оставляем микропузырек. Спускаем. Завязываем. И приматываем. Делаем задние лапы и хвост. Хватит 40 сантиметров. Микропузырек. Пинчик. Прикручиваем. Пузырь на 10 сантиметров. Пинчик. Мягкий маленький пузырек. Снова пинчик. Два пузыря на 5 сантиметров. Вставляем сюда. Такой же пузырек. Вставляем здесь. Такой же пузырь. Приматываем. Оставляем
оставляем микропузырек. Завязываем и приматываем хвостик. Из остатка делаем хвост. Приматываем его на место. Хвостик приматываем к пинчу. Надуваем голубой на 65 сантиметров. Второй такой же на 5 сантиметров делаем пузырь на каждом и перекручиваем. Два пузыря на 10 сантиметров. Перекручиваем. Берем кусочек ШДМ-ки. Узелок помещаем вот здесь. А саму ШДМ-ку между шариками. Делаем два микропузырька. На обоих шариках. Перекручиваем. Такой же пузырь. Соединяем. И пинчик. С другой стороны то же самое. Пузырь. Соединяем. Пинчик. Берем остаток, который длиннее. Пузырь на 8 сантиметров. Перекидываем через пинч. И идем обратно. Зажимаем ШДМ-ку вот так. Такой же пузырь. Оборачиваем вокруг пинча. Привязываем передние ножки. Пузырь на 10 сантиметров. Здесь такой же. Перекручиваем, располагаем вот так, лапки смотрят вперед, эти пузыри тоже, и остатки пропускаем вот здесь. Такой же пузырь. Перекидываем через пинч.
другой стороны делаем то же самое. Пузырь на 10 сантиметров здесь и здесь. Перекручиваем. Вставляем хвост. Берем меньший остаток. Располагаем вот так. Смотрим, чтобы здесь был прямой угол. Прижимаем здесь. Скручиваем. И вставляем между пузырями. Округляем животик. Здесь скручиваем вот на этом уровне. И остаток помещаем внутрь. Если шея слишком сильно наклонена вперед, то можно вот так вот поправить, чтобы наклон был небольшим. Здесь смотрим, нитка с этой стороны уже есть, значит мы пойдем с этой стороны. Вот, по разные стороны. Остаток продеваем вот сюда. Ставим ножки прямо. И прикручиваем к пинчу. Делаем значок. Два пузырька. Между ними нитка. Связываем вместе. И вот так вставляем. Вытягиваем шедемку. Хорошо натягиваем и привязываем голову. Надуваем ошейник. Маленький пузырек. Оборачиваем вокруг. Перекручиваем. Пузырек перематываем вот так, чтобы зафиксировать его. Еще пузырек. Связываем их вместе. И помещаем внутрь. Ну вот. Такой вот гонщик у нас получился. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.